Белгород-Днестровском районе правоохранители обнаружили рекордную партию марихуаны. Трое местных жителей выращивали растения с целью продажи зелья. Во время обыска полицейские изъяли 216 килограммов марихуаны и 100 кустов конопли. По оценкам черного рынка, стоимость изъятых наркотиков составляет более 16 миллионов гривен. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных мероприятий было изъято больше 216 килограмм уже готовой к сбыту марихуаны. Также были изъяты средства связи, оружие, денежные средства, полученные от незаконного оборота наркотических веществ. По этому факту начато уголовное производство за незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотиков. За это преступление торговцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.